Мы гуляем в парке, Данила мне показывает, какие-то трюки научился делать. Это ты так и научился свысока прыгать? Давай, давай, делай, показывай. Это мы на школьном участке пришли утром гулять. 10 часов утра или 9 даже не знаю. Вот. Никого, как видите, нет. Все с утра сидят за телефонами, за айпадами, к сожалению. Вообще полностью. Сегодня у нас пятница, Good Friday. Мы пошли гулять. Почему? Да, у нас 19 апреля. Пойдем. Ну, еще покажи, что ты умеешь делать, что ты быстро, у тебя все твои трюки закончились. Даже минута не прошла, давай. Вот, а мы пришли, я говорю, все-таки, когда вот утром, попробуйте вставать утром, это такая красота. Вот, то есть я даже краситься не стала сегодня, просто солнцезащитку одела, так хорошо. Вот, вообще, музыку в уши поставила и пошли гулять. Вот, то есть я вот пришла со спортзала, легла, немножко полежала. Думаю, нет, хочется еще, еще. Это вот они не выключают звонки, это на рисе звонят. Вот, хочется еще, еще двигаться, бегать, прыгать. Вот, пожалуйста, только начните двигаться. Ну и кого интересует, я немножко так поделюсь с вами таким маленьким секретиком. Я уже как месяц перешла на фрукторианство, то есть питаюсь фруктами по интуиции, как хочу, что хочу ем. То есть только фрукты присутствуют в моем рационе питания. Я, в принципе, у меня было, ну, так вот лишних, скажем так, было 7 килограмм где-то. Я хочу скинуть 14-15 килограмм. То есть вот я уже, у меня ушло 6 килограмм за вот этот еще неполный месяц. Так что, если кого интересует весеннее приведение себя в норму, то попробуйте питаться интуитивно. То есть это вот по интуиции, как вот вам ваше желание. То есть это вот нужно полностью отказаться от всего готового, перейти только на фрукты или же на овощи. На фрукты лучше, потому что в фруктах содержится фруктоза, то есть это легче все-таки усваивается организмом и легче как ментально, да, принять сладкий фрукт, чем, допустим, на том же огурце тяжелее будет сидеть. Но это все настолько индивидуально, что супер, Данила, круто. Вот, то есть настолько все индивидуально, что в принципе вы должны сами себя слушать, сами чувствовать. Я, допустим, 3 недели просидела практически на одном винограде, то есть только виноград ела. Прочитала, оказывается, виноград это один из самых лучших фруктов, которым можно, то есть, питаться и без ущерба своему здоровью. Но вот я еще раз говорю, вы никакого ущерба своему здоровью не принесете, если будете слушать свой организм и чувствовать себя. Сегодня, допустим, у меня полный день только на воде я хочу побыть, потому что пока остановился у меня вес. То есть вес не уходит стремительно, вы знаете, то есть когда веса лишнего много нет, то он и не уходит быстро. Вот. Но ощущения, девочки, мальчики, это непередаваемые. Вы знаете, полное вот такое вот ощущение свободы и легкости, и какой-то вот радости. Еще и весна, видите, весной очень-очень такое позитивное состояние, солнце, природа сама делает свое дело, и вам хочется жить и летать, и порхать, и вот что-то вот подобное со мной происходит. Вот. Так что давайте, сегодня я сделаю несколько видео по... Я уже запланировала по парфюмерии, ну вот и выложу вам наш небольшой райончик такой вот. Качельки, машины. Вы видите, что людей-то и нет совсем. Сейчас проблема, все сидят в телефонах, в компьютерах. Вот мы с Данилой вдвоем гуляем. Вот. Пока, мои хорошие. Давай, показывай. Ух ты, что ты даешь? Давай. Только не ударься. Молодец, молодец. Вот такой у меня спортсмен маленький, 9-летний. Друг мой. Вот так вот он крутится. Ну вот, давайте. До встречи в эфире. Пока, родные мои.